Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала, ну а всем остальным приятного просмотра. Сейчас уже все жалеют о том, что мы перса отдали в свое время. Но мы не с тобой вообще повлиять никак не могли. Я не жалею, я что-то делал. Я воевал с американцем, и вам говорил, не надо мир заключать. Так что только вы вдвоем можете жалеть. Зря ты втянулся в войну, вот, например, с этим Сарой, я считаю. Ну, что, можно было попробовать, почему нет? Оно никак меня не затормозило.
Оно меня затормозило, конечно. Вот-вот, я говорю, а вот прикинь бы, вы его нечаянно бы вынесли. Что тогда? Вообще бы уже бы закончили. Поэтому я говорю, что не стоит. Лидис, а ты с ним воюешь, нет? Конечно. Ты сомневаешься? Он на меня, в мой флот кинул уже ядерную эту самую. Блин. Господи, чем тебе так Сеул-то не угодил с Джунджу? Да он по очереди кидает. По кругу. Да дотягивается, да и кидает. Батлшип строится. Да блин, издевательство какое-то, о, убил. Ну вот вы разрешили пройти, вернее, отменили
этот... Вернее, не отменили ядерки, и чё? Так он их настроил ещё до этого, ну что и чё? Ну, у него он кто-то говорил, что собирались там по нему бомбить, там вовсю просто... Не знаю, тот, кто говорил, урана попросил, был выдан, и чё? Ой, нет, слушай. Наконец-то счастье есть. Ура. Счастье есть? Почему у него счастье? Откуда? Как у меня захватили? Я специально ждал, кто вы захватите, чтобы Оксфорд построить. Он еще Оксфорд построил? Нет, сейчас построю. Да как он, подлец, посмел? На последней секунде, блин, ну я, у меня есть самолеты, чтобы обстрелять эту хрень и убить ее, так что сейчас не Грег. У меня реально есть самолеты. Ты походил на последней секунде, стреляй, чтобы... Стреляй. Килл, килл, килл. Ты там когда-нибудь улетишь, нет? Или ты захватываешь все-таки пытаюсь? Не-не-не, я сегодня уже сейчас улетать буду. Прям смотри, не улетел далеко. Типа, все техи есть, алюминий есть, мусорные заводы строятся. Слушай, Дэддик, ты не хочешь мне дать денег, чтобы я купил ядерку? Я сам сейчас куплю. Через два хода. Надеюсь, он не улетит. За два хода не улетит, у него союз только сейчас достраивается. Ну, вот видишь. А там посмотрим, куда лучше кидануть. Ну и чё, уже теперь нет смысла, конечно, протягиваться. Не знаю, что хотите.
Я уже даю все равно. Я там шкурку видел, шкурку забанил. Бесконечные, что ли, эти караваны? Ой, упала. Приятно? А где самолет? А нету самолета. Да, Литекс.
Если бы ты еще добавила, кто молодец? Алиндекс молодец. Возьми конфетку с полки. Ну, короче, ребята, я, в общем, я жил для этого. Так что давайте, выигрывайте теперь. Прикалываешься, что ли? Давай покупай еще, ебашь. Ну, так и будет, дайте денег. Или подождите пару ходов. Какой дайте денег? Кнос автократ. Сколько у тебя вообще, кстати, стоит она? 1000 с маленькой хвостикой. Ну, а у меня 1430. Вот если бы ты Биг Бен не забирал, все было бы замечательно. Ой, да. Где там 18? Что-то их не вижу в упор. Ну, вон один в Пассаргадах. В Стоне еще 4 есть. 3 в Нью-Йорке вместе с ядеркой, кстати. Да, сейчас она ко мне прилетит, кстати. Ох, чувствую я, недоброе. Слышь, Дэн, пожалей человека. А ты откуда скинул? Что-то не понял. А сейчас я тебе все рассказал, откуда я кидаю, да? Ну, из Джакарты, видимо. Нет, я мониторил, там не было. А, ну, значит, с ядерной подводной лодки. Да не, глупости таких вообще не бывает. А, нету, да, в игре? Хорош прикал, ты чего? Но это нечестно. Что случилось? Ну, он кинул на мой город ядерку, когда я там построил ее. А ты-то что ждал? Я ничего не ждал, я сразу выбрал и перебазировал ее. Я понимаю, фастклик на юнитах, но, блин, перебазирование ядерок... Вот в шестой циве, опять же, это правильно сделано. Там ядерки уничтожить невозможно. А это вот эта вот хрень тупая. Откровенно. Слушай, давай ты... Ара, попробуешь Персеполис взять. Я его бомблю. Я и пытаюсь, давай бомби, бомблю, я там высадился уже. Давайте я туда ядерку кину. Давай. Мне не надо там... Нет, так он не заденет тебя, он опять между Пассаргадов и Персеполис. Не-не, так не сейчас, у меня еще сейчас этим ходом. Хотя, если бы кто-то накинул деньжат, совсем немножко. Сколько? 60, нет, 80. Отлично, у меня есть, бери. Что там для этого надо? Почему не дает? Дружба, наверное. Это посольство. Дружба, наверное. Ну ты шарашить будешь в серебро, да? Я уже только шарашу в серебро. Вот туда и шараш опять. Thank you.
Ой, даже было так промахнуться. Но монстр это просто нечестно, понимаешь? Ты используешь несовершенство игры. Или ты считаешь все норм? Ну, если это в рамках игры, почему нет? Нет. Ты хочешь сказать, что это нельзя использовать? Нет. А что было, блин? Что-то так заинтриговали прям? Давайте я тоже скажу нет. А что там? Ты кинул на Персеполис бомбу-то? Следующим ходом. Не долетает сразу, понимаете. Есть обходные варианты. Блин, мы сейчас без бомбы его возьмем. Ну, как хотите. Может, без бомбы, может, с бомбой. Не хочешь попробовать проатаковать уже, Ара? Ну, если ты тормозить не будешь... Слушай, не кидай ядерку в этот самый Персеполис. Хорошо. Жахни лучше в Бостон-Вашингтон. Хорошо. Вашингтон я уже следующим ходом жахну. Ну, так и я. Ты знаешь, куда кидать, да? На лесок. Да, на лес. Видишь, как мы друг друга понимаем. Аж жуть какая-то. И тогда от его бомберов ничего не останется вообще ни разу. Переводи быстрее, тогда я вкину в Нью-Йорк. Тут тоже два города сразу накрывается одной ядеркой. Прикинь, как классно. Ну, хорошо расставился вообще. Да, удачно, так скажем. Так я же об этом и говорил еще давным-давно. Бум. Предлагаю еще раз туда кинуть. Красивая земля. Бахнет в Персеполис. Ваш запрос... Слышь? Ну все, я уже кинул на Вашингтон с Бостона. Не-не-не, я понял. В Персеполис постреляй, пожалуйста. Я уже пару пострелял. Раз. Да в самом начале хода, да. Ей, к столу мы прибежали. Ну или парашютист, не знаю, кто там бежал. На самом деле, все было бы проще, если бы я не ступил, короче, и проголосовал за запрет ядерного оружия. Тогда бы это прошло. Ну что ж ты, так неаккуратно. Да, я что-то подумал, типа вот, нормально, есть ядерки. Но это было промечено очень. Ну да, ты имел преимущество, а потом ты его слил просто. Ах, закликаю, чувствую я вначале. Иди лесом, Линдекс. А чё? Я всю армию слил на это дело.
Где вам Вашингтон кликай? Да, иди захвати Вашингтон или Бостон. Чувак, не родные. Откуда мне? Мне нечем захватывать Вашингтон. Надо было приплыть. А, даже приплыть? Не, ну настолько я не это самое, не хитер. Кстати, пока все выглядит так, что Карфаген как раз и выиграет игру, как я и говорил. Что-то я слабо верю в успех у Карфагена. Но ну а что, все побитые. Персеполис я бы взял, например. Да не, вы меня берете, у меня самолетов не осталось. Я говорю, я ключевую ошибку допустил, что не забанил. Я не понимаю, нахрена ты бросал бомбы и не забирал столицу? Вот это вообще... Я бы не смог забрать. У Парижа у него огромная это защита. Тем более я же в несчастье сидел. Поэтому я забрать никак не мог. У меня не достреливалось, алюминия нет. 2-3 брось бомбы в одну точку и все, и забираешь. Вот как мы сделали сейчас с твоим Бостоном или Нью-Йорком? Нет, там быстро у меня восстановился. Смотри, видишь, как в Бостоне восстановился? Я еще быстрее восстанавливаюсь, потому что у меня защита там еще выше. Что такое? Лол. Ты перекликал меня? Ты не мог меня перекликать. Наверное, там ни одной покликал. Да вы семью, я подходил только. Попрошу. Да. Сейф студию. Где? Я сейчас стрим пойду смотреть. Что за какашка? Можно подумать, ты с него вылезал вообще. Тихо, это был ключевой город. Это был успех. Ты все испортил. Ну что, блин, на самом деле я как бы в параше сижу сейчас уже. Слушай, мы уже 30 ходов в параше сидим, а ты вот к нам вот булькнулся. Не, ну сейчас начнется просто. Монстр будет ныть, что ему надо выходить, давайте мы без него доиграем, вот это. Нет, я так один раз только ныл, то когда реально там как бы не было шансов. Например, здесь я хочу продолжать играть, но здесь дело не в этом. Суть в том, что у нас есть Карфаген, ничем не тронутый. И в том, что там, да, хорошо, там Персеполис забираете, там я не знаю, что еще. Да, замечательно, только у нас есть американец, который открыл все техи, и который уже строит детали. И то, что на него сброшено. Я не строю, сброшено. Я строю армию. У него три города, ну, два города, да, еще не тронут. Я строю везде армию. С бомбардировщиками такими прикольными. Просто, как бы, я сейчас детали не могу строить. Что ты не бросил на Джакарту, там, не знаю? Нафига. Вообще не рассматривал как соперник. Хотел этим соперничать, я говорю, иди. Это то, что я не забанил хрень. Сейчас бы уже улетал. Ну, есть здравые мысли в твоих словах. Лиддекс, предложение. Да. Предложение. Это я типа в долг возвращаю или как? Ну ладно. А я думал купить ядерку этим ходом. Че, 253 на этих денег в ход. И че? Ну тебе все мало? Ты мне на ход откинул покупку ядерки, вот я че. Ну, я думаю, это уже сейчас существенную роль не играет. А вдруг? Классно, да? Хоть чё? Понял, что там на тебя летит? Америка. Чем? Ясно. Проехали.
говорю, пока сейчас все выглядит так, что... Турабай, хоть понял, что тебя атаковало? Что там, управляемыми ракетами хренач? Да, охренеть, знаешь, они стакаются прикольно. 4 штуки, пол хп нету. Я их можно 20 штук поставить в город с этим, с как его... Они по 2 стакаются, короче. И вход одна строится. В 3 городах так построил, короче, за 6 ходов можно город в ноль увести, и все красиво, все цело. И их не перехватишь никак. Красава. Надо будет поюзать это конкретно. Кстати, Персеплис отбили. Там у него есть это еще. Это потому, что ты мой парашют выкинул. В этом все дело, думаешь? Конечно. Он был такой классный. Корейцы. Аюшки. Как смотришь на то, чтобы ты забрал сейчас Персеплис, и мы с тобой замирились? Да, и он улетит. Чё будет? Персеплис уже как бы вообще ни о чем. Просто в другие города ты не заберешь. Один нет. Ну, а ты посмотри, что строит француз. Он сейчас готовится улетать. То есть он строит АЭСки, он строит караваны, он сейчас будет просто делать все, чтобы улететь. Молодец. Плюсик. В смысле, а ты не собираешься выигрывать? Я собираюсь, конечно. Ну так. Но от того, что я с тобой замирюсь, выиграешь ты, а не я. Ну как бы нет, у меня сейчас вся инфраструктура в жопе. Ну и зачем тогда мириться с тобой? Потому что есть другой человек, чувак, который улетает, и есть другой чувак, который целый абсолютно. То есть Карфаген сейчас, у него есть все шансы абсолютно выиграть, потому что у него все города, все целенькие, и у него все окей.
Ара, юниты подари. А вот это ты зря. Карфаген. А Карфаген? Да, слушаю. На каких условиях ты замеришься? Если Парижа не станет. Ого, ничего. Если ничего не станет? Парижа. Ничего себе заявочка. Ну это... Не понял. Я с одним мирюсь. В общем, с кем я мирюсь, тот и улетает. Мне как бы невыгодно. Я не могу двоих сдерживать. Вот когда одного из вас не станет, смысла. Тогда, нету смысла с ним тогда мир держать. Надо убрать. Прям по сердцу нажал. У него все. Ну, у меня-то счастье немерено, потому что... Да, да, я зря это сделал. Линдекс очень как-то... По-моему, он сам себя перехитрил в данной ситуации. Ну, конечно, если они вдвоем будут пытаться захватить, то мне хана, но дело в том, что я уверен, американец уже меня не захватит. Его действительно, ну, так конкретно по нему долбануло. Воевать с американцем мне теперь, если Линдекс хочет, чтобы меня не было, либо меня, либо американца. То есть... Теперь он главный враг, получается. Он полностью уверен, что кто-то из нас... Ну, вы видите, я не вижу, как-то я могу победить улетанием, честно говоря, от американца. У меня только и... Блин. Единственный шанс, это если они все между собой будут воевать. Поэтому буду сейчас... Ну, буду просто щаться. У меня хорошо, что очень высокая защита городов. Надо на меня много ядерок использовать, чтобы захватывать. И тем более же нельзя высаживаться во второй половине таймера. То есть надо кинуть, высадиться. Еще более-менее... А тут невозможно вот чисто на меня концентрироваться. Тут и американец. Нет, Линдекс не прав. Вот реально, ему надо было сначала американца добивать полностью, потом уже на меня идти. Он, по-моему, вот он сам себя перехитрил в данной ситуации.
Да ладно, ты же не жестокий. Ты вон Парижу, французу, сиаму, вообще этому, такого, корейцу вообще ничего не делаешь. Так, а что это имя? Я Лиддекса, что ли, не слышу? То есть, получается, ему можно улетать, а мне нет. Тем более. Чё за фигня? Сейчас Дискорд откроем.
Я там из Дискорда-то не вылетел, все молчат просто. Да, все уже спят. Да, уже все спят просто. Поздравляю, улетел все-таки. Ну, у меня деталь убили в столице. Как... Ой, жесть. Чего жесть? А. Ну что ж, давайте разберем закончившуюся партию. Получается, по моему мнению, получается, что в итоге все решилось именно в тот момент, когда американец захватил Перса. Такая карта сгенерировалась очень узкая. Вы видите, сколько моря вообще лишнего, по-хорошему. И у нас вся карта вот на четверых, как бы, места получилось достаточно. И так как американец очень быстро захватил Перса, он в итоге и смог вот этот быстрый захват конвертировать в хорошее развитие. У корейца могло быть хорошее развитие, но с местом ему явно не повезло. То есть, несмотря на то, что он там в середине игры тоже был впереди довольно много по производству, это из-за того, что у него много равнин. Равнины, когда вы строите на равнинах фермы, то они дают уже 3 еды и 1 молоток, и это в принципе уже нормально, это можно использовать. Равнины всегда лучше, чем луга. И кореец вполне мог неплохо в дальнейшем развиться, если бы действительно мы на него не напали. То, что я воевал с корейцем, я не считаю, что это ошибка, по той простой причине, что американец тоже в эту волну, войну очень неплохо вкладывался. И затормозить корейца в тот момент надо было. К сожалению, такая местность не очень проходимая, две клетки, то есть там все-таки удалось, может, я не очень хорошо воевал. Но в итоге кореец защитился, но остановился. Я не чувствую, что это как-то меня сильно эта война подкосила. Воевать надо было с американцем именно тогда, когда Карфаген и кореец захватили индонезийцы и с другой стороны могли напасть на американцев, в то время как я воевал с ним с другой стороны, там где Персеполис. Это была реальная возможность. Дальше получилось, что мы с американцем на одной половине карты, я с ним один на один точно воевать не мог, как бы у меня не было хорошее развитие, а Карфаген скорее с другой стороны. И в итоге вот мы, видите, доигрались до ядерной войны. Тут, мне кажется, опять ошибка была Карфагена в том, что он опять решил на меня идти. То есть всю игру почему-то игроки считали постоянно, что я почему-то в перспективе офигенно должен быть развит. Да никогда в жизни игрок с четырьмя традиционными городами не может переиграть волевика с хорошими 6 городами или 7, сколько там было у американцев. Это были реально очень хорошие города. В моих же городах не хватало, кстати, производства. Если в первую половину игры это еще не ощущалось, то дальше нехватка производства чувствовалась все больше и больше. Хорошая игра, хорошая, интересная партия, в плане необычная такая ситуация, необычное расположение. Можно было и лучше сыграть, но, в принципе, получилось как получилось. Свои мысли, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели весь сериал полностью. Не забудьте поставить лайк и поделиться им. Играйте в умные игры.